Дорогие друзья, приветствую всех на своем канале. Предлагаю вашему вниманию прогноз на 2023 год для Германии. Также хочу обратить ваше внимание на то, что это прогноз для государства, для отдельно взятой страны. Поэтому не, не рекомендую его как бы накладывать полностью на себя, как на физическое лицо. Почему? Потому что у каждого из нас своя судьба, свои какие-то события, свои кармические узлы. Но, тем не менее, вы можете прислушиваться, делать какие-то выводы. А если есть желание знать, как обстоят дела лично у вас, пожалуйста, связывайтесь со мной. Там внизу под этим видео есть данные. Сап, Вайбер, telegram и я вам сделаю прогноз. Возможность оплаты из-за рубежа уже есть. Смотрим. Прежде чем я начну давать прогноз для Германии, я хочу сказать, что достаточно серьезный происходит кризис внутри страны, именно внутри страны. И здесь я бы рекомендовала не смотреть куда-то дальше, а как говорится, спасать то, что есть, то, что осталось еще в стране. Кармические узлы, которые работают в секторе именно корни, дом, семья и работы, карьеры. Здесь однозначно это у людей проблемы с работой, это у людей проблемы с властью, проблемы у вас не президента, а канцлер, по-видимому, там совершенно другого другие, скажем так, интерпретации должностей, но здесь однозначно никто ничего не собирается делать. Германия начинает эм, деградировать, объясню почему. Во-первых, падает рождаемость и волей, неволей. А Германия в конце концов придет к тому, что будет мало людей и некому будет зарабатывать вот эти самые день... денюшки. Что касается в целом потустороннего мира, законов, как я называю, потусторонний мир этой смерти, катастрофы и, и, и все, что только здесь может быть, и здоровья населения, то здесь очень сильно будет проявляться, оно уже проявляется, это чувство утомления, ощущение тщетности материальных усилий, ну, а чему удивляться, когда из Германии уходят деньги и где-то оседают, наверное, на других счетах. Далее опыт, жизненный опыт, который начинает появляться, и он как бы говорит о близости смерти страны. Я уже сказала, что очень много минусов в стране, все, что построили за, я не знаю, за лет 30-50 после Великой Отечественной войны, все разрушили, все ослабили, все опошлили. К сожалению, вот такое опошление, оно на лицо. Искушение к скандалам, интерес к философии, и обращаю внимание на то, что в стране будет наблюдаться уход старших людей. Ну, если брать постсоветское пространство, это, например, можно сравнить с пенсионерами. Старшие люди, это же еще могут быть и люди, уходящие из власти, которые засиделись, которые уже старые, которые не понимают и не принимают как бы позицию народа. Их не беспокоит то, что происходит где-то там. Смерть близкого, не то, что человека, а возможно руководителя. И здесь может быть как внутри страны, так и за пределами страны. Может быть кто-то из партнеров, такое тоже есть. Неодобрение. Очень много будет вылазить каких-то тайн, которые будут раскрываться с очень некрасивой стороны. И могут быть судебные споры из-за каких-то совместных денег, наследства. И однозначно здесь я вижу, что внутри... Германии просто, знаете, как Вселенная или же судьба кричит ⁇ Спасите меня ⁇ потому что здесь, по большому счету, может означать и смерть самой Германии, потому что я не могу вам точно сказать, сколько будут эти кармические узлы. Вот на 2023 год я вам даю, и вот этот 2023 год Германия будет жить за счет э, того жира, который остался или же который она наработала за вот этот весь период. Ну, ничего не могу хорошего сказать, правда. И надо будет здесь какие-то появятся обязанности, улаживать дела умерших. Ну, что такое умерший в рамках... Страны, можно сказать, что это могут быть умершие проекты, это могут быть умершие какие-то предприятия, это могут быть некие умершие, вот мне так хочется сказать, конфессии, да, но я немножко в этом плане плаваю, поэтому вот так я и оставлю. Могут возникнуть проблемы из-за объединенных каких-то капиталов. Дело в том, что все то, что произошло за вот это недолгое время, не только 22 год, а уже немножко раньше это все началось, объединение капиталов, сделки. Ведь то, что я вижу, как мне кажется, вы мне, пожалуйста, напишите, кто в Германии, кто владеет ситуацией по Германии. Возможно, есть германисты, которые знают хорошо подноготную Германии. У меня такое впечатление, что здесь вылезет наружу та же ситуация, как с Россией. Возможно, в Америке где-то остались деньги, может быть золото какое-то лежит, может быть еще что-то, потому что все есть, все есть, но вдруг вот это все, знаете, вот эти вот доверенные средства, доверенная прибыль договоренности, они почему-то не работают. Полная бездуховность. И здесь наблюдается следующее. Бездуховность внутри власти, бездуховность на уровне руководителей Германии и других государств. И здесь может быть и Америка, и Россия. Кого угодно сюда можно поставить, и это будет правильно по отношению, то есть партнерские отношения. Но здесь еще и вот эта бездуховность внутри страны со своим народом. То есть на данном этапе, если рассматривать, то Германия это мать, мать, отец, а вот уже народ и все остальные, кто там, скажем, живет, это уже дети. Будет, дорогие мои, проявляться агрессия, она уже есть, эта агрессия. И будет, знаете, появится очень много людей слишком активных, которые захотят, знаете, как... Ну будут сложности, то есть люди будут выходить, люди будут протестовать, люди будут э, драться, то есть много будет авантюр, конфликтов, и вместе с этим будет постоянно э, проявляться новый скандал. Такая ситуация будет происходить где-то до весны, затем э, здесь оно вроде как бы в социуме немножечко уляжется, но а в целом это, конечно же, перемены, планы, смена ритма жизни. И могут быть какие-то самые невероятные, какие-то планы, какие-то проекты будут, могут проводиться в жизнь. Но здесь могут появиться реформаторы. И сказать, что может быть революция какая-то в Германии, да, вполне возможно, и это уже есть, оно нет, нет, но оно проявляется. Что касается всего того, что будет происходить в 2023 году внутри страны, скажу еще разочек, дорогие мои, 2023 год... Это будет еще хороший год для Германии. Вот 24-й год, вот это уже, уже цветочки, как говорится, созрели, а плоды, простите, сгнили. И, в общем-то, жить будет не за что. И в целом будет проходить, ну, вот все то, что происходило в годы революции, какие-то там подпольные группы, все это ждет Германию. Но на 23-й год здесь подводятся итоги усилий. И здесь, знаете, как награды. Германия уже 23-й год постепенно будет получать какие-то подарки. А может быть, это и не подарки, а простите, такой пинок под задницу, что, в общем-то, люди начнут менять... Карьеру, кто-то уйдет, кто-то оставит свой пост, кого-то сместят, кто-то оставит, уйдя в другой мир, да, может появиться крупный покровитель из стоящих у власти. Ну, я знаю, что есть в Германии политики, которые открытым текстом говорят, что не так, что нельзя. Нельзя пренебрегать родителями, нельзя пренебрегать корнями, нельзя их забывать. И здесь, знаете, что есть указание на то, что корни дом семья корни дом семья. мы можем взять это и 41 год или 40-е годы, когда шла Великая Отечественная война, мы можем взять и 20-е годы прошлого столетия, мы можем взять и данный период, вот, это, вот эти 30 лет после распада СССР. А еще же в Германии тоже произошло объединение. Помните, в каком году, дай бог память, в 1990 году? И здесь хочешь не хочешь, а Германия тоже вступила вот в это обнуление. И обнуление жесткое, оно двойное. Будут ли какие-то подарочки для Германии, друзья мои? Я не вижу этих подарков. Я не вижу этих подарков. И все какие-то потуги, потуги где-то что-то с кем-то каким-то образом, что-то где-то урвать. Но этого нет. Все, что приходит, оно тут же уходит и где-то там делится за пределами Германии. Что может быть еще? Ну, здесь близкие внутри страны, вот самой Германии, то есть власть, власть должна, как то правильно сказать, то есть друг другу должны быть опорой, а здесь идет разделение. Нам на вас плевать, и живите вы как хотите, и в общем-то здесь только одно: надо вспомнить корни, дом, семья, то есть э, тех, э, может быть, кто уже ушел. Надо вспомнить историю. И именно, скорее всего, вот эта история, а корни, э, вот именно корни, э, родовые корни, они достаточно болезненны для многих. Вспоминайте Великую Отечественную войну. И это все уходит туда. Что еще может быть? Ну да, кармический узел полностью будет внутри работать. И, скорее всего, что я здесь вижу по 2022 году, и это, так знаете, плавненько-плавненько, оно потом выстрелит, оно вылезет потом. Это наемники какие-то. То есть это те люди, которые где-то воюют. Может быть, не в Украине, может быть, где-то в других местах. Но это есть и будут, знаете как, какие-то все-таки нежелательные события, ранения, какие-то операции. Много энергии будет уходить на то, чтобы что-то внутри страны будут пытаться что-то переделать. Если я скажу, что будет тотальный контроль, он уже есть, попытка людей не то что в рамки или изолировать, а по моему видению это некая форма должна быть. В некую форму должны вот эти люди, как вам сказать, ну вот почему-то видится, представляете, вот когда а вдруг случился криминал, и человек лежит убитый на асфальте, его берут, обрисовывают мелом, да, вот полицейские и, или сыщики, и вот эта форма человека, вот в такой форме что-то будет общепринятое навязываться. Я думаю, что здесь ну, глупо отрицать то, что фашизма нет. Конечно же, он есть на территории Германии, и отсюда никуда не денешься. Основная проблема это уже где-то середины лета, а это будет, оно, оно и раньше есть, и сейчас оно есть, это то, что хочется много денег. Хочется, знаете, вот это вот обольщение, и здесь может появиться некая такая попытка обольщения или как бы надежда, что вот сейчас мы не просто денег заработаем. Я думаю, что, может быть, где-то Германия еще может претендовать на какие-то территории, потому что как-то вот очень уж как-то человек ложится на землю. Вот этого я не могу. Друзья мои, предупреждаю, что в моих прогнозах астрология есть, но ее не так много, как бы, может быть, кому-то хотелось, чтобы вы понимали. Поэтому страх – это... Некое такое, знаете, вот греховность. Далее люди будут слишком психологически подавляемы. Они будут поддаваться каким-то страхам, каким-то порокам. Все то, что, знаете, как, а, все, уже все, конец, завтра мы все умираем. А, давай гулять. Поэтому здесь будет очень много сомнительных каких-то поступков и попытки использовать других людей в корыстных целях. То есть будут какие-то грязные дела не только за пределами страны, но и внутри страны. Но вы знаете, что здесь надо каким-то образом искать родственную душу и неосознанно Германия тоже будет искать эту родственную душу. Но для Германии, конечно, будет очень сложный период. И по здоровью будет сложный период. И по партнерским отношениям. И, а если говорить вот просто как есть, то самая, самая большая проблема, и она уже с декабря 2022 года началась, особенно она начнет прогрессировать уже в январе, ну а февраль-март, и дальше это будет уже какой-то... Я не знаю, это, это нет слов у меня, чтобы это описать. И это прежде всего связано с мышлением, переработкой информации, понимание, что, куда и как. То есть все у людей напрочь будет происходить блокировка понимания всего того, что происходит. Это и дилерии, это и Альцгеймер, это и... И вообще у людей люди ничего не будут понимать. Вот эти психозы, неврозы, которые уже опрожили, и вот этот вот период, он, конечно, очень сильно усугубится. Где-то к концу весны, по июль месяц, немножко будет более-менее все устаканится, как бы и даже по здоровью будет более-менее неплохо. А вот с августа месяца и до конца дек... года, то есть по 31 декабря 2023 года, друзья, друзья мои, сложно, очень сложно. Будет попытка, возможно, сместить кого-то из власти. И насколько это удастся, я не знаю, но здесь январь, февраль, март будет сложно. Там уже я говорила, что немножко там апрель, там до мая будет более-менее. Очень сложно будет и в августе, и в сентябре. Что касается границ, куда поехать и так далее, люди будут уезжать, имейте в виду и границы будут периодически то открываться, то закрываться. Но реакция Германии, жителей Германии на все то, что происходит, особенно внутри самой страны, ну, друзья мои, ничего хорошего как бы нет. Но 22-й год, еще раз скажу, был шикарным. И должны были видеть, что все-таки ну, более-менее все хорошо. Где-то с конца января и до середины марта э, хороший такой будет небольшой кусочек. Нет уже тех... Э, планет покровителей, ангелов, которые... Вот ангелов. У меня почему-то ангела Меркель сто... стоит как глыба. Раньше стояла. А сейчас ангелы Меркель нет. Все. А, действительно, она, наверное, все-таки что-то может быть где-то... Ну, не знаю, тут я не хочу ее смотреть. Поэтому здесь, может быть, какой-то период такой чуть-чуть э, в общественных делах. Что-то где-то, наверное, э, ну, знаете, как что-то проявится. Где-то, может быть, Германия с кем-то проведет переговоры, потому что там вроде какая-то небольшая благосклонность. Далее, июль, с 6 июля до конца августа. Да, возможно, некое такое небольшое процветание, но вы видите, что здесь только практически два месяца вот это лето, которое я вам называла. Это хорошее время для каких-то духовных достижений. И могут быть какие-то духовные привязанности. Это кстати неплохое время для достижения успеха, особенно в каких-то финансовых вложениях, спекуляциях, но это только лишь временно. понимаете вот я думаю, что где-то кто-то посчитает как бы а, а что нам не, не сделать это все. но это будет только лишь июль месяц, А в августе этот рынок или вот эта кубышка она просто может сгореть. На что хочу обратить внимание, так это на то, что начиная с 2021 года, друзья мои, это уходит аж в 30-й год отсутствие энергии. Это то время, когда или ее слишком много или она вообще отсутствует, то есть это вялость, это сонливость, это нежелание работать. Ну, там оно прорвется каким-то образом где-то в году 25-м, но рассчитывайте на то, что 23 год еще будет таким неплохим в сравнении с 24-м. Почему? Потому что здесь действительно Германия будет обесточена а быть обесточенной, я думаю, что произойдет некая со временем реорганизация, но я потом на эту тему посмотрю. Германия вступила в период обнуления, причем это обнуление двойное. И вот эти лет 20 24, может, 25, может, меньше, может, это будет лет 15. Надо смотреть более, скажем так, скрупулезно, садиться, просчитывать. Это то время, когда или же Германия полностью сменит свой статус, а я не знаю, может, она станет Америкой. Простите за… знаю, что вы сейчас будете злиться. Но здесь то, что Германия получит по, карми... по кармическим скажем так, кармически по заднице это однозначно. Но здесь Германию заставят вспомнить корни, заставят вспомнить историю. Но история-то переписана. История Германии переписана. И здесь будет очень сложный такой период. Кстати, мобилизация может быть в Германии тоже такое, но это будет, скорее всего, что я думаю, где-то в августе, туда, к осени 23 -го года. Друзья мои, вот такая, такой неутешительный, не совсем как бы красивый прогноз, но то, что есть, то есть. Берегите себя и тех, кто рядом.